Всем привет! Вы на канале Funny Games for You. И мы сегодня играем в игру «Мой говорящий Хэнк». Давайте посмотрим, что нас ждет. Да. Какой-то остров с пальмами. Да, и тут кто? И тут у нас корзинка со щеночком. Привет, дружок. Ой. 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 Все, корзинка ему не нужна, соска не нужна. Да, так вот так. Пью на ее. Да, нравится ему, когда его гладят. Хороший песик. Но он голодный, давайте его покормим. Держи яблочко. Вкусно тебе? Ой, зайчик, зайчик. Убежал. В туалет. В туалет захотел наш дружок. Ну-ка, ну-ка. Не достает. А, вот так. Аж нашел выход из ситуации. А, как хорошо. Довольный? Ну что, захотел поспать? Все, спокойной ночи тебе. Спит. Все? Ну, финица. Зайчик. Вот так. Он захотел его сфотографировать. Давайте дадим имя щенку. Как-то... Ну что, вот так он поспал. Мы сразу получили второй уровень. Да. Что-то как-то... Быстро? Да. Ну, это было знакомство, получается, с Хэнком. А теперь мы можем что-то другое сделать. Давайте посмотрим, что да. нас ждет дальше. Ой, сколько животных! Куда? Куда все побежали? Стой! О, смотри, в шляпе какой-то еж был. Да. Прикольный. Еда и игрушки дают нам животных. Да. Понятно. Положить еду. Давайте что-нибудь положим. Давай что-то. Морковка. Морковка. Так. И можно оставить игрушки. Давайте оставим. Давай тут пока что. Ой, мяч. Мячик сюда, да? А тут музыка. Музыка. Музыкальный центр мы там оставили. Пускай будет так. Решили подушечку мы положить. Пускай будет. Животные скоро придут. Хорошо. Но мы там еще что-то не оставили. Вот здесь еще можно что-то оставить, да? Так. Давай батут. Ой. Ой, если... Там еще что-то можно. Шляпа. О, давай. Такую. Вот еще подушку. Да, будет так. Я и не... сюда. Смотри, какие книги. Давай книги оставим. Давай. Оба. Во, сколько мы гору книг вам оставили. Читайте. Да, нам не жалко. Да, давайте посмотрим. Нам сказали, что если мы уйдем, придут животные. Да. Давайте посмотрим. Восклицательный знак. Кто-то уже пришел. Это... И это, наверное, да, зайчик, конечно же. Бух, бух, пух, пух. Так, и что? Бух. Нажать. Фотографируем мы зайчика, да? Подожди-ка, давай вот поровнее сделаем. Ну-ка. Дук-дук. Фото. Нач. Новое животное. Белый кролик у нас. Вот так он прыгает. Я думаю, что ему понравится, да, животным? Да. Смотри, он откусил морковку. Да. Как бы. Осталось чуть-чуть. Для других животных он тоже оставил, значит. Да. О, сейчас будет новое животное. Давайте посмотрим, кто это будет. Бук. И кто это? Ну-ка. А где он? Ой, в шляпе какой-то ежик. Не, дай будет так. Так, фотографируем. Редкое новое животное. Эль Сомбреро. То есть можно фотографировать и смотреть потом фотографии в фотоальбоме. Смотри. Угу. Вот такие ежики, дикобразы, старина еж. В общем, очень много разных животных. А банки были монеты. Да, там в банке какие-то монетки были. Давайте соберем. Да. О, два кристаллика нам этот ежик оставил. А зайчик нам, кстати, ничего не оставил, не принес. Почему зайчик нам ничего не принес? Вот ежик не с пустыми руками пришел. И, по-моему, даже морковку не откусил, по-моему, столько же и осталось, сколько зайчик съел. Я
Я знаю, они нам оставили подарок. Да, это такой подарок, да. Смотрите, сейчас будет еще одно животное. Да. Давайте посмотрим. Ну-ка, кто это? Кто? Кто, Тут. кто, кто? Ты думаешь, на этой подушке кто-то появится? Нет, это кто-то появился читать наши книжки пришел. Какая-то птичка. Попугайчик. Какаду. Новое животное у нас какаду. Какаду. Ну что, давайте пока сходим домой к Хэнку. Да. Мы его погладим. Да, посмотрим, что там можно еще сделать. Да. Так. Такой он стоит, смотри, задумчивый. Ага. Давай мы его погладим. Да, его можно погладить. Смотри, какой-то там корабль плывет сзади. Очень красиво, кстати, на острове на этом. Ну, он вообще обомлел. Все, я буду гладить. Ну-ка, так. Ну, извини, давай тебе погладим. Да. Итак, есть. Можно, я так понимаю, менять одежду ему, да? Да. Шапка из газеты. Давай, купим. Давайте купим. Давай мы. Одеваем. Вот такой он смешной. Оленьи рога, шапка фламинго. То есть меняются у него шапки, только тут. Фотографируй животное красная панда, чтобы разблокировать, видишь? Ну, классно. Очень прикольные тут наряды. Давайте посмотрим дальше. Да. Чё, на... Давай молоко. Давайте покормим Хэнка, потому что, мне кажется, он уже хочет кушать. Понравится ему морковка? Ням-ням. Ну-ка, а яблочко? А, он наелся. Он говорит, что он не хочет больше кушать. Да мы купим двое бургер. Мы купили ему бургер, но он пока не голоден. Я так понимаю, что он пока есть не хочет. Давайте отправим его в туалет. Да. И мы получили третий уровень. Он в нас вздохнул. А мы получили третий уровень. Открыто бананы. Фиолетовый бассейн. Еще? Желтый бассейн. И дали нам немножко монеток. Это хорошо. Это очень хорошо. Посмотрите, у нас появилось новое животное. Давайте сходим, проверим, кто это к нам пришел. Да. Я думаю, кто-то из них. Кто это? Вот кто это. Это какой-то... Да. Буп-буп. Кто это? Куп. Лось. Лось? Это лось. Я думаю, что... Мы открыли оленьи рога. Смотри в гардеробе. Давайте, конечно, посмотрим. Нам интересно. Вот такой он. Ты хочешь поменять? Мы сразу решили поменять ему. Да. Это чего бы такой ползу? Вот такой смешной у нас Хэнк. Давайте посмотрим. Нам предлагают посмотреть на фотографии лося нашего. Фламинго. Что, фламинго? Ну-ка, подсказки. Как привлечь фламинго? Давай. Посмотрим. Давайте посмотрим. Фламинго любит фиолетовый бассейн. Он же фиолетовый чуть-чуть. Цвет, наверное, ему нравится, да? Да. То есть можно посмотреть подсказки, что может привлечь какое-то определенное животное. И вот я тоже люблю фиолетовый. Я готов. Итак, у нас сейчас появится следующее животное. Давайте посмотрим, кто же это будет. Интересно. Ну-ка. Еще один лось. Давайте его сфотографируем. Шоколось. Это тоже редкое животное. Да. У нас любитель танцевать, видимо, шоколось. Да. Вот так он зажигает. Давайте посмотрим. Заберем монетки. Да. Которые нам... Принес шоку лось. Да, шоку. Давайте, пока мы отправимся обратно на остров, к себе, домой. Да. Иди. У нас, в принципе, он не голоден, я думаю. А, съел он с удовольствием, смотри, твой гамбургер. Ну-ка, ну-ка. Кусь.
Понравилось ему, понравилось, он доволен. Я так и знал, что собачка любит бургеры. Да, ну там есть мяско, поэтому ему и понравилось, видимо. Ему можно будет помыть, ну он у нас, правда, чистенький, но можно его помыть, смотри. Что как-то собачка. Такой довольный он. Ему нравится. У нас Хэнк получил 4-й уровень. Здорово. Да. Давайте сходим, посмотрим, какие у нас животные там еще есть. Да. Монеточка. Монеточки нам дали, да, здорово. Это тоже хорошо. Отлично. Давайте сходим, посмотрим, кто там нам Да. пришел. Какое новое животное? Да. Да. Кто тут? Кто тут пришел? Покажите нам. И Это кто? попугай Еще один какой-то. попугай. Ну-ка, сфотографируем его. Голубой ара, новое животное. Отлично. А монетки. И монетки у нас. Сколько у нас много монет? Я Почти думаю. закончилась морковка. Давайте отправимся к себе на остров опять, в домик. Может, она хочет поесть? Я думаю, что Хэнк у нас уже хочет спать. Спать. Давайте отправим его спать. Спать. И пока он отдыхает, на этом мы сегодня закончим. Тем. Кому понравилась эта игра, ставьте лайк, Спать. пишите комментарии и подписывайтесь на наш На канал. два. Всем пока-пока! Пока.